I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Только что меня парень высадил у обочины, его тут же нахлобучили полицейские на 750 рублей. Мне кажется, этот день просто бесконечный. У меня осталось 2 рубля, я купил воды на последний день и иду к соленому озеру, мне еще 20 километров, а у меня рюкзак весит примерно 28 килограмм. Как-то так. Hi. Северной Кореи. Я в который раз уже удивлен, насколько люди бывают добры, отзывчивы, и насколько они вообще могут помогать просто так. Шучики, таксисты, здоровье. Все сейчас невероятные истории. Сейчас я иду вообще на стоянку, где можно мыть, принять душ, покупаться в соленом озере. Я на соленом озере, и здесь нереально белая поверхность, которая отсвечивает просто в глаза, и дует очень сильный ветер. Дальше мы поедем в сторону Гвагдо. Сейчас я вам покажу, как это выглядит сверху. Где-то минут 40, и мне остается километра 2-3 до цели, и как всегда появились постоянные мысли в голову, а не кинуть ли это все? Уже вроде как бы доехал, все уже, такая тут осталась фигня, и начинает сбивать тебя с пути. Плюс дует сильный ветер, идут дождевые тучи, и у меня с собой техника, которую я боюсь научить. Самое главное, что вокруг ни души. Пожелайте мне удачи. Уже иду к горе Багдо, дует сильный ветер в лицо, здесь просто нереальные виды, красный песок и степь. Сейчас я покажу, как это все выглядит сверху. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. Ребят, я надеюсь, вам понравилось, поэтому подписывайтесь на канал. В следующей серии мы посетим озеро Эльдо. Участие Панаразина будет прикольно, не переключать. И обязательно ставим лайк под этим видео, а лучше поделиться с друзьями, вы мне очень поможете. We got millions of reasons.